На оснащение школьных кабинетов физики будет потрачено 150 миллиардов рублей. А как вы потратили эти деньги в школе? Ну, мои дети уже довольно давно закончили школу, поэтому мне трудно владеть ситуацией. Но я бы, наверное, на хороший ремонт школы, на зарплату преподавателям, особенно младших классов, у них тяжелый труд. Ну и, наверное, все-таки на хорошее оснащение кабинетов информатики. Понятия не имею. Информатика, чтобы было хорошо развито в школе. Вот эти вот вопросы. Ну, предмет физики – это необходимо изучение. Надо эти деньги расходовать. Я думаю, что это правильное решение. Я бы их приучала детей к церковным, от церкви, ну как сказать, оцерковлению, да, чтобы были уроки, которые посвящены христианству, Богу, веру в Богу. Вот я бы на это отдала. Церковь же отделена от государства, ну, можно даже и церкви помощь какую-то давать. Мне кажется, любая наука является приоритетной. Ну, нельзя, как бы, как вам сказать, допустим, физика нужна, это не нужна, но на все надо деньги тратить. Ну, лучше потратить их на образование, чем так как-нибудь. Ну, я считаю, что все-таки это неплохой вклад, так как нужно как-то прививать любовь к той же физике, к учебе детей. То есть это нужно стимулировать. Я считаю, что это неплохая трата. Ну, конечно, может быть, лучше было бы, если бы это была информатика, математика, так как чаще всего именно в школе стараются избегать дети именно этих предметов. Ну, наверное, на какие-то новые программы обучения. Все-таки время идет, а в школах еще уровень очень далеко не тот, которого хотелось бы.